10 лет назад появилась нашумевшая программа «Акулы пера», и ты там стал самой главной звездой. Атар – суперстар. Без тебя не обходилась ни одна передача. Ты вызывал огонь на себя. Ты был наглец, мерзавец, сволочь. Ты задавал звездам, заслуженным людям такие вопросы, от которых они просто сходили с ума, хотели запустить тебя чем попало. Некоторые с тобой дрались. Да. Некоторые публично вызывали тебя на дуэль. Некоторые подсылали к тебе бандитов. Да. Все было в твоей жизни. Скажи, почему старт был именно таким? Что ты хотел доказать? Я ничего не хотел доказать. Я хотел выжить. И я хотел выжить. И это было просчитано. Я просто сочинил. Тебе посоветовал кто-то взять именно такую роль? Иван Демидов. Иван Демидов, о котором ты меня спрашивал до начала нашей беседы, как он поживает. То Иван есть, Демидов режиссером такой... был он? Да, он увидел меня в застолье. Он дорисовал этот образ, досочинил его. Это такая грузинская расхристанность, зыждящаяся, тем не менее, на знании, как я люблю выпендриваться перед киевскими девчонками, на знании раннего Мелешковского. И он сказал мне, что если присовокупить к тупым вопросам русских журналистов мою витиеватую манеру, построенную на 22 антигордоновских деепричастных оборотах в 5 секунд, это спровоцирует, детонирует эффект бомбы. Когда ты спрашиваешь у человека... Скажите, Валерий Яковлевич. Ну, Леонтьева. Вы спите со своим долгом? Я спросил так, поэтому это сейчас не для проформы я упоминаю. А другое дело, когда ты, развалившись вот с такими патлами, такой ранний киргизский Джон Бон Джови, вот так я сидел, вот, сидел, и Демидов мне в ухо говорит, в ухо, ну как ты культурно сидишь? Как еще культурнее я могу? Как еще бескультурнее? А теперь давай вопрос. Не заканчивай его раньше 40 секунд. Не заканчивай его. Пусть над тобой смеются, пусть это вызывает раздражение, отторжение. Доведи человека до больницы имени Семашко. Доводил? Ну как, доводил, если они пили нитроглицерин все. Не соблаговолите ли вы сказать? А вот этот ваш контакт на биологическом уровне, может быть, отчасти обещанный вашими хромосомами. И такой, делаешь паузу, как Майкл Мэдсон в лучших своих фильмах. И делаешь вид, что ты идиот, но идиот мыслящий такой. И человек в дебрях плутает. А в конце вопрос. Но вы сзади принимаете парней, как почтовые открытки? Что? К вам кто-нибудь сзади подходит? Что он спрашивает? Прекратите съемку. Что он спрашивает на каждой съемке?